В Атырауской области откроются реабилитационные центры для переболевших коронавирусной инфекцией. В центре будут оказывать такие услуги, как физиотерапия, массаж, дыхательная гимнастика. Реабилитационный центр будет обслуживать не только население города, но и районов. В настоящее время в спортивные залы для физкультурно-оздоровительных занятий заводится специальное оборудование, необходимое для лечебного процесса. Цель программы – реабилитация пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией. На сегодня в Атырау около 5000 пациентов нуждаются в таком лечении. Жители смогут обращаться в центр бесплатно по направлениям из поликлиник по месту жительства. В центре помимо специалистов-реабилитологов будут работать психологи, медсестры и профессиональные тренеры по спорту. Люди, выздоровевшие после стационарного лечения, должны проходить реабилитацию в центре. Вначале пациентам выполняются дыхательные упражнения для восстановления легких от инфекции без принятия лекарств. Упражнения проходят на свежем воздухе. После их проводят в спортзалах. Для того, чтобы организм восстановился, необходимо пройти комплексное лечение не менее 7-14 дней. Спортивные инструкторы показывают упражнения, согласованные с врачами. В одной группе могут тренироваться до 15 человек. Время реабилитационной тренировки 15-20 минут.